inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see God through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Нам показывают состав команды гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Нам показывают состав команды гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Нам показывают состав команды гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Нам показывают состав команды гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Первый тайм начался. На пару решили разыграть эту комбинацию. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? И мяч выбит из штрафной. Тайсон. Пас на ход партнеру. Нет, не получает от атака развития. И придется начинать все сначала. Не отдает мяч под прессингом. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу?
Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч в аут ушел. Грамотный пас, все по делу. Навес в штрафную. Выбит мяч из штрафной. Угловой будет. Сегодня стандартный, надо постараться использовать по максимуму. И болельщики это прекрасно понимают.